В роли Швейка Рудольф Грушинский. В ролях Лоботова Глиномас. Ириковский Копецкий. Бенеш Гавличкова. И другие. Режиссера Лада Вацкого. Сценарист и режиссер Карл Стеклы. Милостивый пан! Милостивый пан! Убили нашего Фердинанда. Какого Фердинанда, пани? Я знал двух. Один служил у аптекаря Пруша и выпил по ошибке бутылку жидкости для смазывания волос. Нет, пан эрцгерцог из Колебища. Этого толстого, набожного. Иисус Мария, вот беда. А где это стряслось? В Сараеве, у кокоши из револьвера. Он ехал со своей женой в автомобиле. Вы только подумайте, пани Мюллерова, до чего могут довести все эти поездки в автомобиле? А мучился он долго? Пан эрцгерцог сразу умер. Известно, с револьвером нельзя шутить. Есть такие револьверы, из которых даже не ранишь хоть ты лоб. Но для пана эрцгерцога, наверное, купили особенный револьвер. Готов биться об заклад, что человек, который стрелял в него, был прекрасно одет. Такому барину в лохмотьях не подойдете. Цилиндр не забудьте. А то вас заберет полицейский. Говорят, их было много? Это само собой разумеется. Если вы захотите убить эрцгерцога, ну, скажите, или государь-императора, вы должны посоветоваться с кем-нибудь. Ум хорошо, два лучше. Один скажет одно, другой другое. А? И путь открыт к успехам, как поется в нашем гимне. Газеты пишут, что пан эрцгерцог был как решето. Потратили на него все патроны. Что ж, это возможно. Я бы для такого дела купил браунинг. На вид игрушка. А из него можно за 2 минуты перестрелять 20 эрцгерцогов. Хоть тонких, хоть толстых. Ой, как напугал. Я думала, нас подслушают. Ты снова к нам вернулся, ведь мы тебя уже 6 раз продавали, балабан. Милостивый пан, хозяева жалуются, замучились с этой собакой. Но зачем ее продавали? Собака хорошая. Раз покупают, я и продаю. Они сами виноваты, что она бегает. Пес просто замечательный. Замучил он вас. Так, пани Мюллерова, я сейчас иду в трактир у чаши. Хорошо, милостивый пан. Ключ оставьте у дворнички. Оставлю, оставлю. Весьма теплое лето. Что? Всем выдаваться на дерьмо. Нам в этом Сараеве натворили дел. В Сараеве, в нашей пивной? Там драки каждый день. В Боснии в Сараеве застрелили пана эрцгерцога. Что вы скажете? Я в такие дела не вмешиваюсь. Я трактирщик.
трактирщик. Тут висел портрет императора. Да, висел. Только гадили на него мухи, я его и убрал. Знаете, еще кто-нибудь сделает по этому поводу замечание, будут неприятности. А, на кой черт мне это надо? Добрый день, господа. Здравствуйте, пан Швейк. Кружку черного. Черного? В Вене сегодня тоже траур. Вы мне не поверите, господа. А ведь я знал, что в Сараеве что-то случится. Что? Вы знали и об этом? Конечно, знал. Как только военный парад, так обязательно что-нибудь случится. Это ваш? Спасибо. Раз во время такого парада у меня не хватило 20-й пуговицы на мундире. Посадили меня на 14 дней в одиночку. Я там 2 дня простоял, как истукан, связанный по ногам. И все это ради дисциплины. Наш обер-лейтенант, некий Маковец, всегда нам говорил: дисциплина, желторотые балбесы, должна быть! Иначе вы как обезьяны лазили по деревьям. Разве не правда? Угу. Представьте парк. Ну, скажем, в Праге. На каждом дереве сидит по одному солдату без дисциплины. Эта мысль меня больше всего пугает. Убийство в Сараеве – это дело рук сербов, а? Ошибаетесь. Это сделали турки из-за Боснии и Герцеговины. Они в ярости, что им наш император не помог в войне с Сербией. Ты любишь турок. Любишь этих проклятых псов. Гость как гость. Хотя бы и турок. Нам, трактирщикам, нет дела до политики. Заплати за пиво и болтай, что взбредется. Допустим, пан трактирщик, но вы понимаете, какая это для Австрии утрата? Конечно, потеря. Нельзя заменить Фердинанда каким-нибудь болваном. Разве не правда? Не хотел бы я оказаться в шкуре вдовы. Что она будет делать? Дети осиротели. Столько ребятишек без папы. Выходить замуж за какого-нибудь эрцгерцога? Что из этого получится? Поедет с ним снова в Сараево и опять станет вдовой. Слушайте, господа, перемените разговор. Я этого не люблю. Еще сболтнете что-нибудь, а человеку неприятность. Мы ведь не пьяные, чтобы наносить оскорбления императорскому дому. А скажите, какие оскорбления может нанести пьяный, а? Ну? Всякие. Ну, какие, ну? Велите сыграть австрийский гимн? Ну. И тогда сами увидите, что наговорить. Но государь этого так не оставит. Вы его плохо знаете. Война с турками обязательно будет. Убили моего Фердинанда? Так вот вам по морде. Война с турками будет, я вам обещаю. Пойдем со мной в коридор. Я вам там что-то скажу. Налей мне еще сливовицы. Мне пора идти, я арестованный. Пойдите сюда. Вы женаты? Да. А может ваша жена вести хозяйство во время вашего отсутствия? Может. Все дела ей передайте, вечером за вами заедем. За что? Я, например, арестован за государственную измену. А я при чем? Я был так осторожен. Вы говорили, что мухи гадили на императора. Идем. Они вам покажут государя императора. Я не виновен. Я никогда не читаю газет. Не интересуюсь политикой. Я не виновен. Чебан, я не виновен. Часто снова не виновен. Куда вы дели мою корзину, черт возьми? Сейчас же моего защитника. Я теперь совсем не нищий. Прошу вас, скажите, пожалуйста, пану комиссару, что у меня пищебумажный магазин. Здесь свобода, господа. Ну как там дела? Выпустит скоро? А это зависит от того, какие вы совершили преступления. Я председатель благотворительного кружка. Мы устроили в саду гуляния, масса закуски, богатая лотерея. Когда мы были на веселе,
Пришел какой-то пан и сказал, разойдись, так как Австрия в трауре. Я возьми и скажи, подождите минутку, да играют, эй, славяне. И вот я тут. Не посидите здесь. Да. Меня забрали только за то, что я при игре в карты сказал 7 пуль, как в Сараеве. Я думаю, каждому могут дать 10 лет. А мне за что? У меня пищебумажный магазин. Я же не виновен, пап! Я же не виновен! Иисус Христос тоже был невиновен, однако его распяли. Да, да, да. Никто, нигде, никогда не интересовался судьбой невинного человека. А я ведь не Иисус Христос! Я и правда не виноват! Тише, не кричи. Пап, а вы так любезны. Объясните им, я не виновен! Прошу тишины. Мне нужно готовиться к лекции. Я ведь не виноват! Простите, а вы за что изволите сидеть? Меня не трогайте, опрыгались. С вами поведешься, еще попадешь в беду. Этот господин пытался убить одного священника и ограбить его. Ну вот и я здесь. Я-то знал, что этот пан сдержит свое слово. Такая точность — прекрасная вещь. Такая точность не стоит дерьма. Господа, я с ума сойду. Значит, меня могут осудить. Ничего страшного. Вот раньше обвиняемых заставляли ходить по раскаленному железу. Ой, что вы. И пить расплавленное олово. А сейчас что хотите? Койка есть, стол есть. Уборная под самым носом. Да-да. Условия для нас определенно улучшились. Все удобства. Акиосим, вопрос. Пардон. Пожалуйста. Очень странно. Сейчас. Слушай, ты еще долго будешь плеваться? Я бы сам не хотел, но соблюдая предписание. Вон там написано. Все эти преступления были совершены в трактире у чаши на Водичковой улице, на Яичной. Добрый день, господа, всей честной компании. Не прикидывайтесь здесь болваном! Ничего не поделаешь. Я был освобожден от военной службы за идиотизм. Я официальный идиот. Все ваши преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти. Оскорбление его величества. Одобрение убийства. Насмешки над трауром. Подстрекательство. Организация мятежа. Что вы сюда заглядываете? Я хотел узнать, все ли здесь записано. Ну что вы теперь скажете? Вполне достаточно. Излишество вредно. Значит, вы сами сознаетесь? Да, сознаюсь во всем. Строгость необходима. С кем имеете связи? Со своей прислугой. А в политических кругах имеете знакомых? Да, имею. Покупаю газету «Политику». Там печатают объявления о продаже собак. Молчи, болван! Признавайтесь во всем. Если вы, ваша милость, хотите, чтобы я признался, так я признаюсь. Но если скажете, Швейк, не признавайся ни в чем, я буду выкручиваться до последнего издыхания. Тогда подпишите вот это. Момент. Еще точку. Может, еще что подписать? Завтра вас отвезут в уголовный суд. В котором часу, ваша милость, чтобы мне, боже упаси, не проспать? Вон отсюда! Нет, я говорю к тому, чтобы из-за меня не задержались. Ну что? Как? Вот я и признал, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда. Ну и слава богу.
Уголовный суд. Добрый день. Присаживайтесь. Так это вы, пан Швейк? Я полагаю, я им должен быть. Потому что отец мой был Швейк, а моя мать пани Швейкова. Хороших вы дел наделали. Много их на вашей совести. У меня всегда много дел на совести. Может, больше даже, чем они считают, ваша милость. Видно в протоколе. Ну, не оказывали на вас полиции давление? Разве можно, ваша милость? Мне сказали подписать. Я и подписал. Не буду же я с ними спорить из-за собственной подписи. Пользы бы от этого мне не было. Вы чувствуете себя здоровым? Вполне здоровым я не могу, к сожалению, сказать этого, пан судья. У меня ревматизм. Мажусь апидельдоком. К перемене погоды у меня здесь так ломит. Слышите, как хрустят суставы? Прошу, садитесь. Ну, а что вы скажете, пан Швейк, если я дам распоряжение, чтобы вас осмотрел судебный лекарь? Меня уже осматривал какой-то пан доктор в полицейском управлении. Нет ли у меня этого самого? Видите ли, пан Швейк, мы все же еще раз обратимся к врачам. Вы пока отдохните. Ну, и еще один вопрос. Вы якобы распространяли слухи, что скоро будет война. Да, будет. Очень скоро. Вы не ошибаетесь? Не думаю. Ведь это уже занесено сюда, в протокол. Так значит, вы утверждаете. Ошибаться может каждый. Ученый, необразованный балбес, даже министр. Не бывает ли у вас иногда припадки? Нет, пан, не бывают. Только однажды меня задел автомобиль, и я упал на Карловой площади. Но это уже было давно. Достаточно. Можете идти. Благодарю, ваша милость. Милейший вы человек. Да здравствует, господа, наш государь-император Франц Иосиф Первый! Случай вполне ясный. Я думаю, не стоит осматривать. Но мы должны придерживаться буквы закона. Сделайте 5 шагов. Я сказал вам, что вы сделали 5 шагов. Мне пары шагов не жалко. Я ведь не жалуюсь, что мне что-то попало в глаза. Покажите зубы. Побольше. А, так осматривают лошадей. Садитесь. Положите ногу. Не так. Положите свободнее. Вы можете высчитать диаметр земного шара? Скажите сразу, что тяжелее, ради или волова. Простите, я их не взвешивал. Умеете вы петь? Не можете ли вы нам спеть какую-нибудь песню? Пожалуйста, господа. У меня нет ни голоса, ни слуха, но это сделаю, чтобы вас позабавить.
Кто ты, милый мой монашек? Головушку рукой держишь. Дальше забыл. Но я еще знаю пару таких народных песен, как «Храни нам государя», «Когда мы шли в Ярами» или «Тысячу раз поздравляю тебя». Предлагаю, этого достаточно. Прошу еще один вопрос, пан профессор. Пожалуйста, пожалуйста, пан коллега. Нет, я хочу задать еще один вопрос. Достаточно. Скажите мне, сколько будет 12 897 умножить на 13 863? 729. Итак, запишем результат. Ниже подписавшиеся врачи, основываясь на врожденном кретинизме Иозефа Швейка, выраженного в словах «Да здравствует государь Франц Иосиф I», пришли к выводу, что этого вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Иозефа Швейка как явного идиота. Ниже подписавшиеся врачи решили передать его в руки соответствующих органов. Нечего тут, иди. Сударыни, объявлена мобилизация. Манифест государя-императора, объявлена война. Я это все предвидел. Но в сумасшедшем доме не знают ничего. А они-то должны знать в первую очередь. Что вы имеете в виду, а? То, что там сидит много господ офицеров. Что? А? Да здравствует государь-император! Ура! Эту войну мы выиграем! Разойдитесь, идем. Господа, этот вопрос не ясен. Эту войну мы выиграем. Совершенно точно. Мне очень жаль, что вы опять попали в наши руки. Мы думали, что вы исправились, но мы ошиблись. Скажите, пан Швейк, кто вас подстрекал на такие глупости? Я никаких глупостей не делал. А это не глупость, когда вы собрали толпу людей и возбуждали их выкриками «Да здравствуй, государь-император! В этой войне мы победим!» Я встревожился, когда увидел, что люди читают манифест, и никто не проявляет никакой радости. Никто не кричит «Ура!» Я старый солдат. Я прокричал эти слова. Я полагаю, вы бы на моем месте сделали то же самое. Раз уж война, мы должны победить. И никто меня не разубедит. Я признаю ваше воодушевление, но то обстоятельство, что вы под конвоем произносили речи, выглядело иронически. Идти под стражей – это тяжелый момент в жизни человеческой. И когда в такой момент пострадавший знает, что делать, он не так уж плох. Запомните, Йозеф Швейк, если мы с вами еще раз встретимся, так я вас тогда предам военному суду. Поняли? Дай вам Бог здоровья, ваша милость. Если вам понадобится породистая собачка, можете обратиться ко мне. Я вам продам собачку. Вон! Teníamos un viaje.
И все равно я ему не верю. Скажите мне, пожалуйста, господин советник, какой у него такой, такого продохи может быть интерес к победе в победе Австрии? Однако пока можно снять с него наблюдение. И знаете что? Пойдем на него другим способом. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я и вернулся. А где же пан Поливка? Неделю назад ему дали 10 лет. Ну видите, зато уже 7 дней из них он отсидел. Он был таким осторожным. Осторожность, мать мудрости. Ну, дайте мне большой ром. Хозяйка, а что там с сосисками? Я уже бегу за ними. Так se podívejme, tenhle čimpera v Straškově číslo 5. Ну-ка посмотрим. Пошта Рачиня Вес продала. Какие новости? Ага, Страшкове 5 продают владения. Школа и дорога в месте. Поле, школа и дорогу включаем. Я удивляюсь, что вас это так интересует. А, это вы. Я вас не узнал. Я пришел за вами. Тогда идемте. Нет, нет, сидите, сидите. Мне нужна собака. Где-то вам уже выпадет. Ну, это в этом я могу вам помочь. О, Господи. Несчастная я женщина. Что я кому сделала? Не плачьте, пани. Через 3 месяца выиграем войну, будет амнистия, вернется и ваш пан. Чем мне это поможет, если у меня сейчас вот здесь горячие сосиски? И зачем вы сюда все время ходите? Ведь вы меня по миру пустите. Дайте их сюда, я их оплачу. Бутылку вина. Гулять так гулять. Если вам нужна собака для службы, я знаю одного. Знаете, для меня гораздо важнее размер. Он примерно вот такой. Нет, мне лучше небольшого терьерчика, в общем, маленького, заводного. Чем собака меньше, тем дороже. Ну тогда такого побольше. Знаете что? Дайте мне вперед 30 крон залог, и я вам подберу такого песика, что на вас все оглядываться будут. 30 крон? Ну выпьем. Еще одну. Они многовато ли? Любишь кататься, люби саночки возить. Сегодня вы меня можете не бояться. Совсем ничего. Можете говорить о политике, что хотите. Я в трактире о политике не говорю. Она, знаете ли, это политика для малых детей. Ну да, или можете о таких дураках, как Франц Йозеф. Иди сюда. Слушай. Слушайте, коллега, пан Швейк, посоветуйте мне. Я хочу записаться в анархисты. Что вы на это скажете? Возьми. Поехали. Чего на был обчан пильный, тому эра севере. Не глупите. Кто-нибудь придет, и у вас будут неприятности. Люди все-таки разные бывают. Добрый день, пан Швейк. Добрый день. Добрый день. Вот я и вернулся, пани Мюллерова. Иисус Мария, милостивый пан, вы живы? Не сердитесь. Я взяла в жильцы Швейцарии из ночного кафе.
были здесь 3 раза с обыском. Сказали, что вы арестованы, что вы страшный преступник. Пан. Пан, вставайте, а то проспите. Дай доспать. Отстань. Мне будет очень неприятно, если вы будете ссылаться на меня, что я дал проспать мобилизацию. Написано черным по белому. Друг мой, война. Что за чертовщина? Война. А я хотел спать до 8 вечера. Маржина, вставай. Добрый день. Добрый день. Вот их уже ведут на вокзал. Гонзичек, я тебя не пущу. Господи Иисусе, ведь ты как гора. Тебя любой прицелится без труда, тебя же убьют. Маржина, не сходи с ума. Какая-нибудь война нас не разлучит. Идем на улицу. Пани Мюллерова! Пани Мюллерова! Что, пан? Опять ревматизм у вас? Подайте мне мою военную фуражку. Ну? Я иду на войну. Что там будете делать? Воевать. У Австрии дела плохи, и меня призывают на войну. Вот дорогую родину заволокли тучи. Пишет мразик. У вас же ноги больны. Это не важно. Поеду на войну в коляске. У нашего соседа есть коляска, которую в прошлом году возили этого злого хромого дедушку. Но, милый пан... Возьмете коляску и меня на эту войну отвезете. На Белград! На Белград! Стой, ты куда? Вот смотрите, вот победа! Такое. Читайте. Вот здесь черным по белому написано. Необходимо явиться в чистом и трезвом виде. Чему вы смеетесь? Что здесь смешного? Так видите, уважаемый блюститель порядка, я всерьез еду на войну. За императора и за его семью. Где тут чатский вояк? Да проводите этого мужика в одни комиссии. Да ведь это настоящий солдат, проводите его на комиссию. Разрешите, я этого господина знаю, за вольнодумством. Да здравствуют братья сербы. Не правда ли, долгие лета, привет. Лидички,
О, Господи! Да ведь это тайный агент, Шпик. Весь чешский народ – сплошная банда симулянтов. Сколько людей вызвано в комиссию? 550. А сколько их мы должны отправить? 550. Приведите новобранцев. Живей. Голашек Йозеф, пекарь. Сто шестьдесят. Годен. Кочечка Вацлав, официант. Годен. Гордина Боржевой, учитель. Годен. Убрать симулянта. Дальше. Швейк Йозеф. Здесь. Освобожден по идиотизму. А чем вы еще страдаете? Позвольте доложить, у меня ревматизм. Но служить императору буду до последнего издыхания. Вы злостный симулянт. Стража, сядь его! Отвезти к пану доктору Гринштейну. Он вылечит каждого. Встать! Встать! Можно с постели! Так. Доктор Гронштейн! Мацуна, астма! Кристина, аспирин! Котятка, глухонемой. С самого рождения? Промывание желудка? Ихнин! Покорный, туберкулез. Сразу двойной клестир. Швейк. Здесь. Лежит пока без диагноза. На что ж вы, пан, жалуетесь? У меня болят ноги, ревматизм. А, не повезло, дорогой. Слечь от ревматизма. Да еще во время войны, когда человек должен быть на фронте. Это вам, наверное, страшно неприятно. Пан доктор, осмелюсь доложить, мне это страшно неприятно. Ну, а не болят ли у вас колени? Осмелюсь доложить, очень болят. Ну, мы вас здесь вылечим. Быстрее, чем в Пешчанах. Замаршируйте на фронт, так что за вами пыль поднимется столбом. Пишите. Установить диету, два раза в день промывать желудок и один раз клестир, но пожарный, чтобы он вспомнил всех святых и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился. А сейчас я вам дам хинин и аспирин. Только выпейте все сразу. О, Боже. Вас, болваны, смотреть не буду. Вообще вы все симулянты. Хотите дезертировать с войны? Вы не думаете, что перед вами какой-нибудь осел? На этих постелях валялось много больных, которые страдали отсутствием боевого духа.
но я их всех вылечил своими клестирами. Знаете, и через 20 лет вы будете кричать во сне, когда вам приснится, как вы симулировали у доктора Грюнштейна. Позвольте доложить, ко мне вернулись речь и слух. Браво! Ха-ха-ха! Эй, клестир поставить ему на дорогу, чтобы вы не жаловались, что мы вас здесь не лечили. Святые чувства патриотизма были продемонстрированы коллегой, которого старая мать везла в коляске для больных. На Белград восклицал этот сын чешского народа, который добровольно пошел на войну, чтобы засвидетельствовать верность царствующему дому и отдать свою жизнь за своего императора. Моя дорогая, достаточно. Как вы, драгоценная пани баронесса, прикажете. Все равно здесь больше ничего интересного нет. Ах, мой супруг, генерал фон Боцнхайм мне сказал, чешский воин, добрый воин. Йоганн, надо разыскать казарму, где этот бравый солдат есть. С ревматизмом сюда лучше не лезь. С ним здесь считаются как с мозолями. У меня нет половины желудка, и то не верят. Лучшее средство – это керосин под кожу. Получишь такую горячку, из окна выскочишь. Во! Иисус Мария, я так хочу есть, я умру от голода. Сегодня мне снилось... Во сне, что я ел свиные шкварки. А были они холодные или теплые? Холодные. Я бы не мог. Шкварки лучше всего гусиные. Они должны быть хорошо поджарены. Прошу вас, перестаньте болтать о еде. Быстро в постели! Вы слышали? Живее, живее, пошевеливайте же! Должна приехать какая-то великая княгиня! Так что это? Уряд! Ну, ложитесь, черт возьми, по койкам! Ну, ты волух! Скорей! Только не показывайте своих грязных ног! Чтобы не жаловаться, мерзавцы! Кто пикнет, порошок сотру! Позвольте великую княгиню речью встретить, зная одно превосходное привет. Ложись! Позвольте доложить, сейчас лягу. Так здесь вот и лежит наш милый Швейк. Переносит все терпеливо. Стулья. Швейку, два клестира и стул. Пани баронессе. Клестир? Пани баронессе? Стулья! А, стул, стул. Чешский воин, добрый воин. Мне очень нравится чешский солдат. Я читала вас все в газетах. Йоганн, kommen Sie her. Я принесла вам ам-ам. Кушать. Кусать. Курить. И выпить. Прочитай это. Дойчмайстер, желудочный ликер по военному заказу. Боже, покарай Англию. Отче наш иже еси. Пардон, мадам. Я хотел сказать. Господи Боже, благослови эти дары. Аминь. Как он ест вкусно. Скоро он будет здрав и захочет на войну. Конечно, пани баронесса, я его не буду задерживать ни на один день.
Так вы, симулянты, цените мою доброту. Я вам здесь пробываю желудки, ставлю клестеры, а вы хотите кончить жизнь самоубийством по своей воле. Сейчас же всем пробыть желудки. Вы знаете пани баронессу? Это ведь моя мачеха. В детстве меня бросила, а сейчас снова нашла. Поставьте ему добавочный клестир, а потом отправьте в тюрьму. Не жалейте меня. Имейте в виду, что на клестире держится Австрия и все наше государство. Шутить нельзя, пахнет могилой. Так что помни, ну, иди, балда. Становись здесь и смотри у меня. Ну, сейчас. Сейчас увидишь цирк. Фигурант опять, наверное, нализался. Смирно! На молитву повторять все за мной. Что я буду говорить? Какой день сегодня? Ох, и надоели же вы мне. Я приказал вас всех перестрелять. Да. Я утверждаю с этого Божьего места ничтожество, что вы не хотите обращаться ко Христу, а идете охотнее тернистым путем греха. Я попросил бы вас не фыркать и не сморкаться. Здесь не конюшня, а вы не лошади. Пан смотритель, почему не следите за порядком? Помните, что вы есть солдаты, а не какие-нибудь штатские крысы. Поэтому вы должны устремить свои взоры сквозь темный мрак в далекий простор. И вы увидите там, что все недолговечно. Да, на чем же я остановился? Бог наш велик и милосерден, но для порядочных людей, а не для всякого сброда, который не соблюдает его законы и воинский устав. Молиться не хотите? Думаете, что это для вас тот цирк? Или кинотеатр, да? Слышите вы там, сзади, в подштанниках? Осмелились доложить, слышим. А вы меня еще не раз вспомните. Я ведь вам только добра желаю. Вот с этого человека надо брать пример. Что он делает? Плачет. Не плачь. Говорите, не реви. Ты хочешь исправиться? Это, голубчик, так легко не получается.
Сейчас плачешь, а когда вернешься в камеру, будешь снова таким же подлецом, как и прежде. На этом я кончил хулиганье и требую во время обедни вести себя как следует. А не так, как в прошлый раз, когда сзади обменили казенное белье на хлеб. Вольно. Ревелся. Признайся, глупец, ты плакал ради шутки. Осмелюсь доложить, я там ревел, правда, только ради шутки. Я ведь видел, что для вашей проповеди не хватает одного кающегося грешника. Я решил доставить вам радость. Вы мне уже начинаете нравиться. Вы за что сидите? Осмелюсь доложить, я и сам не знаю. Я все думаю, как бы лучше сделать. А получается, наоборот, хуже. Как у этого мученика на иконе. Ну, я спрошу о вас у пана судьи. Шагмарш. Швейк ту нэни? Тут нет швейка. Что на этих полках вообще есть? Если у тебя хотя бы в каждом ящике было по бутылке... то мы могли бы бить хотя бы по алфавиту. В этих списках такой беспорядок, такой хаос. Алло? Алло? Это подпоручик аудитор Берны. Мне нужен гетман. Мне нужно найти в списках какого-то швейка. Извините, пожалуйста, у вас нет случайно в списках какого-то швейка? Должен быть у меня? Странно, извините, простите. Да я сам удивляюсь. Мне даже самому интересно, что же этим швейком случилось. Ищите и обрящите, ибо всеобъятно милосердие Божие. А как насчет карт? Играете? Слушайте, я знаю об одной бабе. Заплатите ей, все будет тип-топ. Нет, мне нужен мужчина. О, смотрите-ка, а вот и швейк с самого верху. Святой отец, ничего не получится. А что он натворил? Не знаю. Смотрите сами, он казнен. Глупости. Я только что с ним разговаривал. А за что он сюда попал? Он и сам не знает, это все так говорят. Ну да, понятно. Кто-то перепутал страницы в списках. И что же теперь с этим делать? Ну что, что по его бумагам осудишь кого-нибудь другого? Это будет очень трудно сделать. Да, нелегко. А у меня как раз завтра вечеринка. Я устраиваю, будет выпивка. Девочки, ты придешь, а? Только ради тебя, святой отец. Забирай его. Thank you.
Ты с кем здороваешься? Это все мои знакомые. Ты из Праги? Из Праги. А не удерешь от нас? Кто бы мог, так удрал бы. Зачем удирать? Он и так на свободе. Вот. Пакет? А что там в этом пакете? О, не знаю. Да что же ты не знаешь, а болтаешь? Ты не знаешь, зачем мы тебя ведем к Фелькурату? На исповедь. На исповедь. Завтра меня будут вешать. Вешать? Так делается. Говорят, для успокоения души. Так. Пошли. Для военных. Что? Нельзя. Может, мы где-нибудь выпьем? Он свой человек. Ну что ты? Стой! Белиный объелся. Эй, ты здесь все знаешь? Хорошо бы где-нибудь посидеть. Пожалуйста. Вон за углом. Играет там на скрипке. На гармонике. Ружья оставьте на кухне. Постой, постой. Это как же? Так мы же с тобой говорили. Помнишь? Ну, понимаешь? А там безопасно? Ходят туда красивые девки и вообще приличные люди. Идем. На Панграции, там на том брусничку стоит пекли. Стрёмно сзади. На Панграции, там на том брусничку стоит пекни. Стрёмно сзади. Мнел сем голку намлюбенов, але иней мне за ней ходи. Мнел сем голку намлюбенов, але иней мне за ней ходи. Швейк, иди к нам! Где тебя так нарядили? Швейк, дай за тебя посмотреть! Ясус Мария, да ведь это Швейк! Перисты, як у я, не милуйте. Прошу покорнейше садиться. О, пан Швейк, прошу по кружечке пива. Пожалуйста. За здоровье. Будь здравы. Тебе на свое здоровье нечего жаловаться. А повесить тебя за что? А? Он родился под несчастной звездой. Ни за что, ни про что не повесит. Должна быть какая-то причина, чтобы как это обосновать. Во время войны все проще. Можешь погибнуть на фронте, либо тебя повесят дома. Что в лоб, то по лбу. А ты не политический ли? Даже очень. Да ставь ты. Солдатики, угостите нас вермутом. Пожалуйста, красавица, сейчас. Эй, официант! У маленького вокинга сиди пекна блондинка, сиди пекна блондинка. У маленького вокинга сиди пекна блондинка, сиди пекна блондинка. Ланчтурмаку, pojď jen blíž, snad se holky nebojíš. Sotva jsem šáh na kliku, už jsem slyšel muziku, už jsem slyšel muziku. Sotva jsem šáh na kliku, už jsem slyšel muziku, už jsem slyšel muziku. Mámila, Kamila. Милая пани, это не вермут, это водичка. Покрепче нам что-нибудь. Этот пан за все заплатит. Сейчас, сейчас. У меня свой дом в Головоусе. В саду много яблок, малина. Вот поеду в отпуск, привезу тебе хоть 50 кило. Что в этом портмоне? Это военная тайна.
Вот вам вино. Коньячок, Зайда. Ты сердце, Зайда. Ты зимое, ты зимое, Зайда. Ты зимое, ты зимое. Пойдем. Я тебе спрысну под кожу керосин, и ты 3 месяца пролежишь в госпитале. Не бойся, это по мере. Никто об этом не узнает, и ты отдохнешь. Иди. Осмелюсь доложить, пакет. Нет ни спичек. Осмелюсь доложить, нет. Как же так нет спичек? Каждый приличный солдат должен иметь спички, чтобы прикурить. Солдат без спички есть? Что есть? Есть без спичек. Превосходно. Является без спичек. И не может дать прикурить. Оставим это. Пьете водку? Водки не пью, пью ром. А вы видели вот этого чудака? Да не... Я одолжил его на время, обер-лейтенант Фельдубера. Он не пьющий. И тебе не стыдно, мальчишка? Знаешь, что ты заслуживаешь пару пощечин. Вы что, пьяны? Честь имею доложить. Вы напились на службе? За это вас надо посадить? Я сейчас же пойду и вызову патруль. Соедините меня с этой казармой. Что? А? Я вас не понимаю. Коллега, ты не дури. Ведь мы же тебя вели. Да, голубчик. Но еще Наполеон сказал, на войне меняется ситуация с каждым мгновением. Выпить бы. Сегодняшнего дня ты мой денщик, Швейк. А вы идите домой, идите домой. И запомните, что на службе пьянствовать не полагается. Марш вон! Пан Фелькурат! Милостивый парень, уже Рождество! Ради кого нам? Пан Фелькурат!
черный кофе. Послушайте, вы, как вас? Швейк. Швейк. Швейк, признайтесь, мы вчера срамились здорово? Осмелюсь доложить, все прошло гладко. Только когда я провожал ночью девиц, из соседней квартиры вышел какой-то турок. На голове у него феска. Он пытался нарушить ночную тишину. Ну, а ты? Я дал ему по башке, он утих. Этого не стоило делать, он был наш хозяин. Ай. Пусть знает, что быть хозяином дома не так-то легко. С нами это не случится. У нас нет никакого дома. Вообще-то вы правы. Мы имеем всего-навсего... Мы, Швейк, имеем всего-навсего 66 крейцеров. Вот если бы быть продавцом в магазине, можно было бы стащить бочоночку рому или сала. Так-то вот. А что если продадим, Дима? На него много не дадут. А? Ну тогда оставим его, ведь он не наш хозяин. Знаете что, Швейк? Я вас пошлю по трем адресам взять денег займы. Пойдете в Бруски, капитану Шнабелю. Пусть даст 100 крон. Позавчера он выиграл в карты. А если там не повезет, пойдете в казарм, по ручку Малеру. Говоришь, нет дома? Буду тогда ждать, хотя бы до утра. На вино деньги есть. Так, так. А как долги платить, так денег нет. Гадость! Тьфу! А еще священник. Пан, не плюйте здесь. Еще раз плюну, если мне захочется. Вот так. Видел? Тьфу! Воспитанный человек должен вести себя деликатно. А не как шантропа. Это я-то невоспитанный человек. А кто же я, по-вашему? Ну, кто? Прошу. Дерьмо, вот кто. Плюете на пол, как в трактире. Я всегда удивлялся, почему висят надписи «Плевать на пол запрещается». А теперь вижу, все это из-за вас. Вас, верно, всюду очень хорошо знают. Вы тварь? Ай, ну, пустите ладно, меня, ладно. Я уважаемый человек. Ладно, пустите. Иди на лестницу, там остынешь. Скажу на помощь, убивают. Что, обалдели? Осмелюсь доложить, я все сделал так, как вы приказали. Ужин приготовлен в столовой. Сейчас поджарю вам яичницу. На шпиге? О, кто это нам одолжил? Осмелюсь доложить, все дали. Только перед капитаном Шнабелем пришлось встать на колени. Ах, какой прохвост. Но я ему сказал, что нам надо платить алименты. Алименты? Алименты. Отступные девочкам. Вы же сказали, чтобы я что-нибудь придумал. А что, капитан Шнабель? Кроме него там было еще 5 офицеров. Интересовались девочкой. Я им сказал, прихорошенькая. Ей нет еще 15 лет. Спрашивали адрес. Ах, что теперь будет? Не бойтесь, пан Филькурат. Я им дал адрес одной глухой старушки с нашей улицы. Вам же сказали, его нет дома. Жмите! Он только что вернулся. Вернулся, но он никого не принимает. А мне на это плевать. Что? Он готовится к проповеди. Отдам меня покой, полван. Пан Филькурат, я буду протестовать. Я к такому обращению не привык.
Мой слуга нехорошо поступил. Гость в дом, бог в дом. Осмелюсь доложить, этот пан надоел мне как комар. Он как бабушка из липки. 18 раз его выкидывали за вечер из трактира, а он все равно возвращался якобы за трубкой. Но позвольте! Такой был въедливый, что мог бы стать министром. Я прошу избавить меня от этого идиота. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Рост, свинка, лосось, сардина. Сейчас там принесут яичницу. Очень приятно, когда тебе дают деньги взаймы. Я хочу выяснить. Выслушайте меня. Вы, кажется, пришли получить деньги по вексилю. Не правда ли? Да. Я думаю, пан Фелькурат, что я получу их полностью. Что вы делаете? Осмелюсь доложить, что у нас с этим паном была маленькая неприятность. Швейк, оставьте нас. Нам необходимо поговорить. Осмелюсь доложить, оставляю. Если бы не война, я не настаивал бы. У меня уже есть печальный опыт. Посмотрите, поручик Яната одолжил у меня 700 крон, погиб на фронте. Поручик Прашек 2000 крон, взят в плен на русском фронте. Капитан Викторли и поручик Махик оба взяты в Сербии. И каждый из них остался мне должен по 1500 крон. Поймите мои опасения. Ну, пан, я все же... Вы хотите сказать, духовному лицу не угрожает опасность. Фелькурат Матиаш умер неделю тому назад в Берно. Не заплатил мне 800 крон, а пошел в холерный барак соборовать совсем для него постороннего человека. Это его обязанность. Я тоже завтра иду соборовать. И тоже в холерный барак. Пан Фелькурат, неужели война ведется только для того, чтобы спровадить со света всех моих должников? Швейк, мне это начинает надоедать. Ха. Скажи ему ласково, пан Фелькурат ничего вам не даст. Я не уйду, пока я не получу своих денег. Передаю его вам, Швейк. Делайте с ним что хотите. Это же подлость, воспользоваться моим доверием. Перестань шуметь, чучело. Пан готовится к проповеди. Знаю, готовится. Ну, поворачивайся. Я буду жаловаться, обирай уже знаешь. Людей. Много на вас тоже управа найдет. Господи, наконец-то нашли. Возил его больше 2 часов, не мог добиться адреса. Заблевал весь мой экипаж. Денег с него не могу получить. Пан Фелькурат. Оставьте меня, мне нужно ехать дальше до Нимбурга. А ну-ка, помоги мне. Господа, я больше не буду. Я не пойду в тюрьму. Разумеется, не пойдешь, но иди сюда. Дай сюда. Пьянствовать вредно. Сними с меня, ходи. Пан Фелькурат, это я, Швейк. Надо заплатить извозчику. Вы верите в бессмертие души? Подождите, скажите мне, может допрыгнуть конь до неба? Извольте платить. Постыдитесь своего сана. Пан Фелькурат, ведь надо платить. Бери все. Я плачу. Мне не жаль для тебя лишнего крейдера. Ах ты, мошенник! Постой. С ним надо обращаться нежно. Да, вообще, прошу всех мертвых пожаловать 300 дня в казармы для очередной исповеди. Да, не щекочите меня. Ну, это мало. Ведь я с ним 3 раза объездил всю Прагу. Больше у нас нет. О, черти. Фу!
А мне сегодня не везет. Спички не горят, кто-то на них дует. Я чего-то хочу, но сам не знаю чего. Не знаю сам? Вы не знаете, чего я хочу? А что мне, собственно, до того, что я хочу? И вам тоже... Нет, садись! Я на этом свете один. Всеми заброшены. Швейк, только вы мне можете помочь. Я грешник. Я вам исповедуюсь и признаюсь. Минуту, я ж вам... Панфиль, минуту. Кажись! Я ж вам... Дамы, я расскажу вам прекрасный анекдот. Вот я ведь их жил барабанщик. Он женился, через год умер. Ха, разве не смешно? Милостивый пани, вас роскошный сыночек. Взгляни-ка, что тебе дядюшка принес, а? А? Буле-буле-буле-буле-буле. Забодай. Я хочу коньяку, а? О, пойди сюда. Они едят. А я поймаю. Лучше пойдем. Пойдем, ляжем. Пойдем, а то получишь по шее. Ты такой хороший, я отдам за себя свою сестру. Ха. Алло, пан Фигурат. А это вы, Швейк? Что я тут делаю? Вы перехватили венца и маленько нашалили. Вчера я проиграл все деньги. Все проиграл. И вас. Я вас, Швейк, проиграл в карты. Сам бросил вас в когти поручика Лукаша. Может, дело не горит. Через пару дней будут деньги. Исключено, Швейк. Долг в карты, Швейк. Долг чести, друг. А ведь я офицер. Смирно! Кругам. Пошел, Швейк, пути. Осмелюсь доложить, я все сделал. На, покажись. Еще? Стой. Да, я вижу. Теперь ты стал похож приблизительно на солдата. Получил даже мундир. Осмелюсь доложить и мундир. Мои слова — это приказ. А вы знаете, что такое офицерский денщик? Верный слуга своего барина. Если я вам скажу лезть в огонь, вы будете это делать, даже если вам это не хочется. Куда вы смотрите? Больно интересно. Это ведь гардская канарейка. Вы ухаживали за животными? Да, особенно за собаками. Если пан обер-лейтенант хотите... Я люблю собак. Собака, друг. Был у меня когда-то чистокровный пинчер. Жесткошерстный пинчер лучше всего. Но не каждому он нравится. У него на морде такие жесткие волосы, что он похож на каторжника. Он такой безобразный, хоть и красив. Ладно, ну, будет время. Подыщите мне собачку. Саблю. И запомните, у меня должен быть порядок, чистота и не лгать. Предупреждаю вас, ненавижу ложь. Буду наказывать, понятно? Осмелюсь доложить, все понял. Нет ничего хуже, когда человек лжет. Вот-вот. А что касается честности, то честность прекрасная вещь. Потому что честный человек
можешь добиться больше всего. Это как на соревнованиях по ходьбе. Как только начнет кто-нибудь жульничать и бежать, так его и снимают с дистанции. Так случилось с моим двоюродным братом. Честного человека всегда везде ценят, уважают. Он доволен сам собой, чувствует себя как вновь рожденный. Ложась спать, может сказать сам себе: сегодня я снова был честным. Пан фельдкурат вас рекомендовал мне как редкого болвана. Я думаю, он не ошибся. Осмелюсь доложить, я был освобожден от военной службы. Нас двоих, как идиотов, отпустили из полка. Меня и пана капитана фон Каунца. Ну, так. А самое главное, ко мне ходят дамы. Бывает, кое-кто остается ночевать. В таком случае завтрак подавать в постель. Но входить можно будет только по звонку. Слышите? Я сам знаю, что это значит прийти не вовремя. Однажды ко мне пришла барышня, а прислуга как раз принесла кофе в тот момент, когда мы мило развлекались. Служанка с испугу прилила мне на спину горячий кофе. Да еще сказала: с добрым утром. У меня дежурство, приду ночью. Приберите все. Последний денщик за свою лень отправился на фронт. И никого в квартиру не пускайте. Вы денщик пана дролейтенанта? Да, я... Почему не открывали? Почему заставили меня торчать за дверью? Но я... Не слышали. Не лгите. Вы видели, что я звонила. Отнесите чемоданы в комнату. Без приказа пана поручика нельзя. Повторяю вам еще раз. Вещи в комнату. Мне приказано найти Пинчера. О ваших вещах я ничего не знаю, мадам. Так вы мои вещи не отнесете. Я вам сказал... Ничего делать не буду, пока приказа не получу. Ухожу по делам. Чужую особу не могу здесь оставить. Прошу. Вы с ума сошли. Я приехала к пану поручику в гости. Знаем мы. Как однажды на нашей улице к кондитеру Бельскому приехал в гости какой-то человек. А когда все ушли, он вскрыл шкаф и удрал. Последний раз вам говорю, вы отнесете чемодан, а то... Что вы? Мне доверена целая квартира. Я тут за каждую мелочь в ответе. Мне, право бы, не хотелось с вами так разговаривать, но на службе прежде всего порядок. Отнесите письмо поручику. Вот вам 5 крон на дорогу. Я здесь подожду ответа. Нет, не выйдет. Оставьте себе кроны. А если хотите, пойдемте вместе к казармам. Я ваше письмо отдам, а вы там подождете ответа. Запираем.
Что это? Осмелись доложить письмо. Мне надоел мой муж. Приехала к тебе на несколько дней. Твой нищий. Эта дама пишет, что вы скотина. Что вы ей сделали? Осмелись доложить ничего. Она хотела остаться в квартире, да еще с вещами. Что? Я ей запретил. На Войческой улице один обойщик пустил к себе барышню на одну ночь, а потом не мог выжить ее из дома. Пришлось отравить светильным газом. Примем. И себя тоже. А где она сейчас? Ждет около казармы. По приказу милостивой пани я обязан быть с вами тактичным. И делать все, что увижу в ваших глазах. На это дано мне 100 крон. Наймите извозчика. Теперь скажете, Шлейф? В военных сводках написали бы так. После очередных маневров мы отступили на подготовленные заранее позиции. Я здесь. Не лучше ли вам подождать, пока вернется панобер, лейтенант? Нет, я хочу, чтобы вы и сейчас. Thank you.
Все в порядке? Осмелюсь доложить. Я выполнил все желания милостивой пани, как вы приказали. Ну, спасибо, Шейк. Много их было? Так, 6. Сейчас она спит, как убитая. Я сделал все, что смог увидеть в ее глазах. На, я рад, что могу на вас положиться. Смелюсь доложить, я уже здесь. Я позвал вас, Швейк. Мне необходимо с вами посоветоваться. Что нового дома? Что она делает? Разбила большой флакон с одеколоном. В комнате вонище, нос затыкай. Что будем делать? Я ведь вас, пан обер-лейтенант, предупреждал. Еще тогда. Надо от нее избавиться. И сейчас же. А то она замучит нас, как котят. А как это сделать? Послать телеграмму ее мужу. Подобный случай был во Фшенорах. Пошлем пану Вендеру телеграмму. Якобы от доброго анонимного приятеля. Напишем. Адрес вашей жены есть такой-то. Но ведь вы не виноваты. Вы ее не приглашали. Да, конечно. Сами сказали, что ее муж человек интеллигент. Так что если и получите пару оплеух. Пошли на почту. Лукаш? Какой-то аноним прислал телеграмму с адресом. Какая подлость! Не угодно вам. Спасибо, спасибо. Пардон. Не желаете присесть? Вы устали? Благодарю. Спасибо. Очень хорошо, что вы меня здесь застали. Я живу в казарме и очень рад был предложить пане гостеприимство в честь старого знакомства. Кэти удивительная женщина. В прошлом году убежала с одним учителем. Я был в разъездах. Возвращаюсь, Кэти дома нет. А вы, пане надпоручику, брызги. А вы когда, пан подпоручик, едете на позиции? Как только закончу подготовку, кстати, в специальной школе. Нам нужны новые офицеры, и меня очень печалит, что все хотят оставаться простыми наблюдателями, как будто никто не заинтересован в исходе войны. Ошибаетесь, я очень интересуюсь событиями на фронте. Война ограничивает нашу торговлю хмелем, но я надеюсь, что это быстро закончится. Наша ситуация сейчас очень хорошая. Восточные Бескиды и Карпаты – наши прочные оборонительные пункты. Хватит несколько мощных ударов, и мы не остановимся даже на Москве. Извините, дорогая, как пройти на Жишков? Это надо идти обратно. Обратно? Да, а потом через мост. Понятно. До Прашных ворот, потом прямо, а потом еще... А, вы, значит, не из Праги.
Нет, я из Воднин. Из Воднин? Угу. Так это недалеко от нас. Я из Противина. Ой, вы, наверное, знаете в Противине мясника Пейхара. Как мне его не знать? Это мой двоюродный брат. Неужели? Вы Ярошев сын? Ярошев. А какого Яроша? Того из Ражиц? Из Ражиц. А он еще возит пиво. Возит. Ну, ему уже, наверное, за 60. Ему стукнуло 68. Да. Нынче весной. Да. В Бельгию я поставлял 1000 партий хмеля в год. А вот будет ли все это продаваться в таком же количестве и дальше? Катя, почему ты до сих пор не готова? Меня все эти события просто бесят. Убытки в торговле, да еще плюс семейные проблемы. Это проделывает не в первый раз. В прошлом году сбежала с каким-то профессоришкой аж в Загреб. Пользуясь этим случаем, я продал там в городской пивовар 600 мешков меля. Заберите же мои чемоданы. Да, хорошо, дорогуша. Все уже приготовлено. Внизу ожидает авто. Пан поручик. Милая пани. Почему вы за меня не заступились? Позвольте ему тащить меня как какую-то вещь. Итак, мы поехали. Прошу. Прощайте, пан поручик. Если вас, не дай бог, ранят, приезжайте к нам лечиться. Поди сюда. Ну, не упрямься. Осмелюсь доложить. Привел вам чистокровную. Поди сюда. Жесткошерстного пинчера. Ему надо немного привыкнуть. А как его зовут? Макс, завтра достану его родословную. Отведите пока на кухню. Пошли. Пошли. Ну, иди сюда. Не хмурься, Максик. Если посмотреть везде и всюду, то ведь каждый солдат украден из своего дома. Младшие офицеры должны отдавать честь старшим офицерам. Это не отменили еще. И потом, с каких это пор офицеры выходят на прогулку с краденными собаками, а? Пан полковник, это собака... Принадлежит мне! Это мой люкс! Разве вы не читали, что у полковника Краус фон Циллергут пропал пинчер? Не читал. Ах так! Вы не читаете всех газет, где ваш начальник печатает свои объявления? Во время войны, когда мы ежедневно теряем сотни и сотни офицеров, вы не считаете объявлений, и это дисциплина? Пришлось бы объявлять 100, 200, 300 лет? Уверяю вас, что больше... Этого не случится, я уж постараюсь. Я пошлю вас в Будаевцы. Там формируется маршевый батальон. Так, теперь можете прогуливаться. Велись... Упорные бои у Мезельборца. Ну да, так это вот. Негодяй! Значит, вы украли собаку. Я ее не крал. А вы знали, что она краденая? Да, об этом знал. Шверь!
Знаете, я бы предал вас полевому суду. Но ведь вас судьи оправдают. Потому что большего дурака они в жизни своей не видели. Ну зачем вы эту бестию привели? Чтобы вам доставить удовольствие. Иисус Мария! Вы знаете маршевый батальон? Марш батяк, марш ротик и маршевая рота. Мы так всегда сокращаем. Тогда приготовьтесь. С этой марш батягой мы завтра едем на фронт. Вы рады? Пан обер-лейтенант, это будет замечательно. За государя императора и его семью на поле брани падут наши головы.